Добрый вечер вам, уважаемые любители рок-музыки. Добрый вам зимний вечерочек. Слышу удивленные голоса. Какой зимний вечерочек, мужик? Над тобой солнце в зените, люди в купальниках шастают. Ты что, берега попутал? Вот-вот, это у вас там зимний предновогодний вечерочек. А здесь тоже зима, но день в разгаре. Так как шлю я вам горячий пламенный привет прямо с берегов Карибского моря, из далекой Мексики. Опять слышу недовольные голоса. А что ты там делаешь, мужик? Так я специально рванул сюда, чтобы экзотично поздравить дорогих россиян с Новым годом. Но точно так же, как и вы, дорогие друзья, я вспоминаю почему-то не Новый год, а год своего рождения. И честно скажу, я даже и не сразу понял, почему вспоминаю именно этот год. Ну понятно, что этот год был знаменательным, так как на свет появилась будущая рок-звезда Волощук СД. Но почему я вспоминаю этот год именно на берегу Карибского моря? Я сразу не понял, а потом догадался. Ведь именно в этом году состоялся знаменитый Карибский кризис, когда возникло чрезвычайно напряженное политическое и военное противостояние Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. Вызванное тайной переброской и размещением на Кубе советских ракет и военных частей. И вы будете смеяться, там присутствовали такие наши ястребы, как Фидель Кастро и Че Гевара даже, которые настаивали на военном предупреждающем ядерном ударе. Но тот кризис был благополучно преодолен благодаря мудрости руководящего состава нашей партии и правительства. А сейчас идет обратный процесс. Размещение американских и натовских вооружений возле наших границ. Но я опять-таки надеюсь на мудрость руководства нашей партии и правительства, что и этот кризис мы преодолеем благополучно. Но на самом деле я не для того вам рассказывал про свой день рождения и про военно-политический кризис, уважаемые любители рок-музыки, а для того, чтобы поздравить вас с Новым годом и пожелать вам мирного неба над головой и, само собой разумеющееся, здоровья, счастья и благополучия. Вы спросите меня, а чего это ты поздравляешь нас раньше Владимира Владимировича? Прям слышу голоса моих преданных хейтеров. Что, президента захотел подсидеть? Мало тебе всенародной любви, популярности, так еще и лезешь поперед батьки в пекло. На что я отвечу, нет, друзья мои, я ни в коем случае не посягаю на кресло начальника. Я 30 лет был начальником, правда, намного мельче масштабом, но точно так же пахал, как раб на галерах. Пусть теперь другие попробуют. А мне больше нравится быть рок-звездой и петь вам рок-н-роллы. Но в то же время я советский человек. И поздравляю вас заблаговременно с одной единственной целью. Самому не пропустить поздравления нашего президента. Чтоб и напутствие получить на будущий год. И между строк прочитать, куда же мы будем двигаться в будущем году. Ведь очень хочется быть в тренде. Поэтому скажу еще разок. С Новым годом вас, друзья, с новым счастьем. А я побежал в телевизор включать. Мысли вслух, точные и честные. Мысли вслух, о том, о сём, интересны. Мысли, если сказаны Волощуком. Волощуком.